Всем добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня мы приготовим гречневый суп с грибами. На нашем канале мы готовим вкусную, диетическую, с доступных продуктов пищу. Для приготовления супа гречневого с грибами необходимы грибы, одна морковь, луковица, картошка и гречка. Промываем гречку холодной водой. Мелко кубиками нарезаем лук. И будем пассеровать его на растительном масле. Натираем морковь на крупной терке. На сковороду наливаем растительного масла и выкладываем на разогретую сковороду лук. Будем пассеровать до золотистого цвета. К луку выкладываем морковь. Пассеруем вместе с луком морковь. Мелко нарезаем грибы. Кубиками. Грибы добавим до лука и моркови и поджарим вместе с луком и морковью. Поставили воду, вода закипает. Морковь стала мягкая вместе с луком. Добавляем грибы и пассеруем вместе, поджариваем грибы немного вместе с луком и морковью. По необходимости можно добавить растительного масла. Нарезаем картошку кубиками. Нарезали картошку и закладываем в кипячую воду.
Картошка будет кипеть минут 25-20. И в это время добавим гречку, промытую в холодной воде. Добавляем гречку. И картошка варится вместе с гречкой. Картошку мы положили раньше, гречку позже. В пассерованный лук, морковь и грибы ложим кусочек сливочного масла и даем растаять его. Суп кипит на маленьком огне 10 минут, солим. Теперь закладываем под жарку вот такое грибы, лук, морковь и сливочное масло, закладываем в суп и кипятим еще минут 7, и суп будет готов. Попробуем. Добавим соли, если нужно, поперчим, лавровый лист, перец горошек черный. Снимаем пенку, добавим немножко молотого перца и паприки сладкой. За минуту до того, как отключим суп, добавим зелень. Добавляем замороженный укроп и отключаем через минутку суп. Наливаем суп в тарелку и будем отключать суп. Вкусный диетический суп с грибами готов. Приятного всем аппетита! Заходите на канал, готовьте с любовью, готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока!